Меня зовут Влад Сакович. Играю под ником Сако, мне 18 лет, я из Гродно. Ну, все начиналось с компьютерных, обычных компьютерных игр, одиночных. Таких, как San Andreas, как каташка. Потом, когда появился интернет, я начал играть в Warface с другом. После этого друзья предложили купить CSGO. Ну, то есть, с самого начала это было просто как игра. Ну, и никаких целей я не ставил для себя, просто убивал время, грубо говоря. И потом, когда понял, что начало что-то получаться, то уже появились возможности, грубо говоря. Ну, это спорно, конечно, но до самого теста я думал об этих отборах еще, потому что я был в финале стадии теста. Я вот думал, как они будут проходить, я думал, что это будет все легко, спокойно, но у меня присутствовал мандраж, чему я был удивлен сам. Было все равно, с каким девайсом играть, с АВП, с рифлером быть, ну, то есть у меня нет никаких там задач играть именно снайпером. Ну, еще судить рано, пока хотел бы я вернуться к этой роли, потому что я еще не видел, как играет Матусик полностью, ну, то есть пока что все хорошо, меня все устраивает на данный момент, на данном этапе времени. Сильные и слабые стороны. Сильные стороны, наверное, это коммуникация и стрельба, слабые стороны — понимание игры. День у нас начинается в 11 часов, у нас подъем, до 2 часов, ну, все завтракают, ходят в душ, там, занимаются своими делами. После этого в час уже должны быть все за компом, соответственно. В 3 часа у нас обед, ну, там, разборы, демки, потом начинаются праки, в 8 часов ужин. Ну, потом еще праки, может быть, официалка, если она есть. Ну, а в 2 часа ночи отбой. Ну, это так же, я могу сказать, судить рано пока что, потому что мы вместе только 2 недели. Еще судить рано, еще пока никто никому не притерся. Ну, на данный момент это хотя бы выйти на уровень СНГ миноров, как минимум. А дальше как пойдет. Передаю привет гродненской тусовке КСеров, Skynet. Компьютерный клуб, наш самый любимый в Гродно. Спасибо еще фанатам за то, что поддерживаете нас. Верите.